О, подождите, яйцо же, вот яйцо, елки-палки, яйцо. Прячемся! Скорее! Кто-то стучит. Ой, мама, нет, мама, Йоши, Я не пущу ее, Не пускай! Подожди. Уходим, Йоши, приготовишь потом. Да шифтуй, шифтуй. Что, один? Ребят? Батя. Попей. Интересно, сработает или нет? А прикиньте, неверное зелье. Сработает, конечно. Нет, не может. Так не было же светящихся картин. Всем привет, котята, меня зовут Лана, и мы сегодня снова пришли к бате. Давненько у него не были, может он это, нормально себя вести стал, вы как думаете? Ну, есть один способ проверить это. Ха, ну давайте. А напомните мне, вторая глава, она от первого лица, так же, как и первая проходит сюда? Да. Ну блин, а зачем? Я купила скин, чтоб остальные смотрели. Да. Кстати, ребят, а вы написали в комментариях, что здесь действительно есть канистра, когда вы только едете. А, возможно, это работает только в хард-моде, но когда вы это написали, я такая думаю, действительно, дополнительная канистра, надо ее забрать. А я заметила, что оно не всегда так срабатывает, потому что не всегда машинка начинает ехать от поворота. Иногда она появляется уже перед гаражом, такая постояла, типа, все, ой. А, тут мы вообще Господи, никуда не едем, боже что мой. Здесь скримеры. Да. Я путаю просто хард-мод и вторую часть, но я отметила, что действительно в хард-моде есть дополнительная канистра, возможно, ее можно взять, не знаю, насколько это облегчит. О, уже вижу двери открывающиеся. Двери, двери, сюда двери. Так, а, ой. Так, блин, так, уже можно. Готовить. Смотрю еще что-нибудь. О, блюрит. Так, ну что ж. Мы, кстати, довольно быстро со второго раза прошли эту игру. Ну, вот эту часть. Ага. Ага. И нам она показалась даже, пожалуй, полегче первой, да? Ну, когда мы уже все поняли, да, да. А мы... Ульян, не готовь, наверное, да? Похавать, похавать, Ульян. Я иду. Похавать. Надо было нормально. Сесть. Ну, ладно, нормально. Нет, вроде. Нормально. Послушать, что скажет батя, но нам, извините, мы уже это слышали, мы пока лучше вот поготовим. Конечно, это же так... Ой! Отстань! Да не пока... Ну, зачем нам вот эта твоя, вот эта коса? Да, не нужна абсолютно. Абсолютно не нужна. Так, а все, больше не вылазит, больше не некуда. А, ну все, а, в кармашек. А, нет, подожди, нет, вот, нет. Вот тут еще нормально. Я поставил, а ты туда в кармашек. Не ставь, а я в кармашек. Главное не съесть лишнюю. Ха-ха-ха. Уходим, ребят, уходим, Йоши, приготовишь потом. Да шифтуй, шифтуй. Что, один? Ребят. Что один? Тут один шкафчик. А, да, там было два шкафчика. Нормально, да. нормально, я уже в другой залез, все хорошо, не парьтесь. Так, тогда я нахожусь в шкафчике слева от лестницы, как спускаешься? А вы там себе тоже определите. Я справа. Дальний, короче. Я всегда дальний. Сидела, поэтому... Ну ладно. Забейте, забейте. Смотрите, ребят, давайте я сразу иду за книжкой, а вы сразу мне говорите, что да как. Окей. Окей. Или ты хочешь заниматься этим? Не-не-не, я буду таскать ингредиенты, а еще хочу, собственно, их испробовать. Итак, мама, у нас что? Отпустите. Молочко. Рандомная еда. Так, ну там разрушенные предметы. А где книга? А, вот она. Так. Окей. Ой, еда повсюду. А, мы можем заблокировать молоко. Еще батю, если что. Но мы тогда не сможем кушать. Да, но это не работает. Не работает. Так, молоко течет? Так, говори. Течет. Да, да. Так, что, двери сами собой, еда да. рандомно да. блюрится. Да. Что да. еще? Донаты были? Ой, пойду посмотрю. Разрушенные предметы. Разрушенные предметы, что? Ну вот, разрушенный шкаф не было такого? Нет, пончиков нету. Слушай. Так, ну ладно, договорим. Давай еще говорить. Раз. У нас. На меня что-то упало. Горящие объекты есть? Пока не вижу особо. Нет, кажется, нет. Так, или подожди. О, подождите, я увидел эти выражения. Молочко. Молочко это кошачьи ушки, да? Или что? Подожди, ты рано. О, да, математическое как выражение. Рано? Я уже сделал математические выражения. Ага. Так, подожди. Слушайте, смысле, а рано? Мы сейчас не поедим, наверное, да, ребят? И умрем. Не-не-не, не ходите, не ходите, он сейчас пойдет. Не, пожалуйста, не надо. Я знаю, что сейчас это будет. Пожалуйста, давайте. Давайте подождем. Я могу умереть. Вот, ребят, вот чувствуете, да? Чувствуете, да? Вот человечек есть такой, который чувствует. А, ребята, мы умрем. Мы умрем. В смысле, мы умрем? Я тоже чувствую, Йоши. А подожди, а почему? А воздух почему у нас пропадает, ребят? Сейчас, подожди, сейчас он уйдет, мы успеем. Он не успеем. Ну, успеем, есть успеем. Вероятность, что мы успеем. Мы успеем. Сейчас трунь. Подождите, а что уходит? А, так, да? Нет, мы еще, конечно, да, полагаем. Блин, дайте еще, встать! Конечно же. Дурацкая игра! Ребят, ключ нужен, наверное. А, нет, нормально. Нормально, открыто. Открылось. Я сделаю. Я... Блин, я схватила одну канистру. Все, давайте уже. Делай. Сделала. Молодец. Господи. Страшно, честно говоря. Очень страшно, надо покушать, раз уж мы здесь. Да. Да, это правда. Но сейчас у нас печально все, сейчас мы ничего не успеем.
Ну, по крайней мере, мы не умерли. Да, это правда. Это плюс. Она скоснула немножко. Слушайте, я погнал, давайте. Я тоже. Так, Ёша, подожди, ты же начал говорить, что есть, но при этом потом замолчал. Я... Да, ты говори нам, мы тебе будем говорить, что есть, что нет. О, подождите, яйцо же, вот яйцо, ёлки-палки, яйцо. Прячемся! Скорее! А у меня тут есть, нормально, у меня прям тут есть в кабинете, прикиньте, вот куда переставили ящик. А, они, наверное, переместили, тут рядом с лестницей было два, сейчас один, возможно, туда переместили. Да-да-да, может так. Это логично. Да, согласна. Меня бесит, что я падаю каждый раз, потому что мне разлили что-то под ногами. А у меня тут даже не разлито ничего, просто падаю, вот я вылезла вроде как, да, а просто падаю. Да. Так, яйцо так, еще Ёша, где-то смотри, тут было. А, ты говори уже, что надо класть. То есть математика — это мозг, правильно понимаю? А, я не знаю еще, понимаешь, короче, остается 5 этих. Так можно же уже складывать те, которые первые. Нет, пойдемте поедим. Я что-то дурацкое он закрылся! Ключ тащи, Ёши. Блин, очень плохо. Господи, в смысле, открыто же. Подожди, я только что нажимала, мне сказали, нужен ключ. Блин, ну я сейчас могу немножко умереть. Это у меня на записи даже есть. Да. Могу не успеть, ребят. Ты беги. Как, успеешь? А почему? Да такое дурацкое предчувствие. Просто я думаю, что нам надо сразу же уже что-то класть в этот котел. Мы ж можем... А там разве не отличается этот яд? Нет, Ёша, ты справишься. Да нормально, я успел. Смотрите, остается, нам не шепчут. А, да. Ни картины не светятся, так? Нет. Вроде нет. А, нет вот этих вот порталов божественных. Нет, они нет. Здесь нет. Были. Это три. Еще две. Так, сейчас, минуточку. Да иди ты, да я прыгну! Так, сейчас, еще две остается. Это осьминожка и донаты в living room. Table. Осьминожка, напомню. Донатов это... нет точно. Так ничего из этого нет. Ну давайте рандом просто, я не знаю. Ну да. Ёша, ну можно было уже начать что-то складывать. Просто понимаешь, у нас времени нет. А, вот, пейнтинг. Все, окей. А, мозг, кристалл, подожди, Ты чего? Я просто, я думаю, я не успею поесть. Ну беги, так. Кристалл. Мозг, кристалл. Спагетти, милкшейк. Да подожди. Magic Orb. Спагетти. Ёш, я так не успеваю. Ну ты... Так, а Ульяна, где там? Да я хотела поесть. Я умру. Лава Эгг. Блин. Так. И Awkward Potion. Awkward Potion. Ладно. Ясненько. Ну я, короче, умру, ребят. Ну ты... Почему? Ты ж можешь там... Ну, потому что я не поела. Ты на меня накричала, я не поела. В смысле? Сказала, где Ульяна? А я пыталась принести ключ, чтобы добыть... В общем, ключ, чтобы выйти отсюда. А как? А ты в прошлый раз тоже не ела? У меня еще нормально. Ела. Нет, в прошлый раз я ела, но у меня... Половина КП. Очень... Нет, у меня 30%. Ну, так ты же сейчас успеешь. Ну, я надеюсь, что успею. Я вам даже вот приготовлю немножко. Если успею. Так, все, быстренько, скоренько, погнали, ну. Давайте, давай. Ой, ты так смешно бегаешь. Да ты смешно бегаешь. Смешно бегаем, клади. Ребят. Так, там Awkward Potion. У меня милкшейк в руках. Я не успела его положить. Так, Ульян. Ну, Лава Эгг, Awkward Potion. Положила, да? Нет, нет. Ага. А что кладешь, чтобы Лава уже Эгг, нет? Лава Эгг, Awkward Potion, милкшейк. Да. Magic Orb. Так. Сколько еще? Что вы не положили? Magic. Вот сейчас Magic Orb беру. Еще один. Надо еще один, да. Все? Еще один, 6. Нет, еще что-то. Magic Orb, спагетти, кристалл. Лава Эгг не было. Вау, Ульяна! Ой, блин. Я успею, ладно, успею. Мы должны успевать. Ух, я тоже нормально успела. Я думаю, что мы успеем нормально все. Ну, в принципе, да, по идее, мы даже выживаем. Я даже есть не пойду. Ого, ничего себе. Да. Вот это да. Но это последнее, что осталось, слушайте, это последнее, что осталось. А что осталось? Что-то надо положить еще? Ну, то, что это Лава Эгг. Ну? А я разве... А где он? Вон он наверху. Ага. Лава Эгг, Awkward Potion, Milkshake, Magic Orb, спагетти, кристалл, кладу. Brain. Все? Тащи. А что, надо красава. Вот take potion теперь? Take. Да, take. А потом ешка ему скорми, я открою тебе дверь. Пойдем. Генератор. Генератор, нормально, я сделаю. Нормально. А у меня есть, кстати, генератор этот. Ну все, давай, я кидаю в него, ем на не него. Ты не хочешь ему... Да. Да. Покушай, батя. Батя. Попей. Интересно, сработает а или нет? А прикиньте, неверное зелье. Да сработает, зелье. Конечно. Нет, не может так, быть. Так а не было же светящихся картин. Были? Очень странно. Вылечен, правильно? Вылечен? Ну, вроде да. Я надеюсь. Да, приколист. Мне не нравится, что у нас опять блюрится все, и мы не увидим концовку без блюра. Да.
Ну вот так вот, не на Маут это вернулся. Смотри, так и через вот это вот сквозь глазки. Давайте я еще в генератор залью, потому что у меня есть. Во. Что со мною случилось? Ой, Ёша, что с тобой случилось? А как ты тут упал так? Ты был одержим опять. Ёша очень странно ходит. О, слушай, мы же никогда не... Надо попробовать забаррикадироваться. Давайте попробуем. Давай. Мне кажется, сейчас самое время. Зачем еще? Ну, я думаю, нас телепортируют, но мы можем попробовать. А попробуем забаррикадироваться. А куда надо складывать? Я даже буду спать. А, можно пробовать, можно бате принести. Бать, тебе надо банку? Ой, можно позвонить кому-то. А это ничего не даст. А, нет, уже нет. Там нужны батарейки, это ничего не даст. Ладно. Мне говорят, что ломается. Как и радио, кстати, оно тоже бесполезное, что смешно. Помните, в самом начале мы пытались что-то сделать с этим всем делом? Да, да. Но я бы сделала какие-нибудь отсылочки, в общем, какие-нибудь прикольные штучки с радио и возможно. Телефоном. Ну да. Бейджи какие-нибудь, было бы круто. Так, у нас сейчас, кажется, телепорти... О, ребят, никому не надо бочку. О! Знаете, ой. Ничего себе, ты прихватил с собой. А я где я? Почему я внизу? А где ты? А где ты? А ты где? А мы тут кушаем. А, что? Почему ты? Приятного аппетита. Чего? Ой. То есть ты можешь еще и ходить? Что? А я в подвале. Как это в подвале? А ты вы меня видите? Нет. Я просто легла спать, и сейчас я, ну, на кровати. А. Это, конечно, прикольно. А у меня есть бочка. Да. Вот это. Я же не могу ее взять. А, нет, могу сейчас. Опа, смотрите. Есть. Я, если честно, не знаю, что дальше делать. Вот у нас мама. Ёша, а ты можешь за ней походить и поснимать? Или он у тебя только будет ограничено? Ты же можешь посмотреть, не куда знаю. Она пойдет, там за ней проследить? Например? Не, я могу, конечно. Сейчас попробую успеть. Она убегает, Ёша, она унеслась. Мама. Беги за ней, мама куда-то ушла. Ты видишь ее? Да, я снимаю ее. И где она? Она смотрит на генератор. А, стоит, мама смотрит пошла на генератор. Посмотреть мама. На генератор. Ой, я ее могу оттолкать, пойду ее оттолкаю в этот. Спаси ее в подвал. Сейчас я попытаюсь. А ты можешь ее забаррикадировать? Блин, вот да я пытаюсь вообще хотя бы ее туда, этот, на них... Нет, она... Мама! Все, нет! Кто-то стучит. Ой, мама, нет, мама, Ёша, подожди. Ёша, я не пущу ее, я не пущу ее. Не пускай! Её. Подожди. Нет, нет, ребят, нет. О, она ударилась. Так, стой. Мама, стой. Мама, мама! Нет, мама перелезла через дверь, закрой. Просто. Нет. Ладно, я сам к нему выйду. Стой, я закрою дверь. Я сам к тебе выйду. Я закрою дверь. Нет! Попей, и на, попей. Вот на, стакан, видишь? Нет, мама! Ну, а че она такая упертая, а? Вы посмотрите. Вот глупая. Я к ним вышел, по-моему. Ой, интересно. Кажется, хана. Вот стакан, там видно, что двигается. Да, да, я твои ноги вижу. А, да? Ну да. А мне не видно свои ноги. Ну что, мы попробовали спасти маму, но у нас ничего не получилось, конечно же, да. А, че, попробуем пойти в хардмод и проверить, можно ли там взять эту... кастрюлю, хотела сказать, канистру, пойдемте. Потому что так интересно. Проходить-то мы его, конечно, не будем, да мы не сможем. Не будем, да, конечно. Но не на будем. Канистру посмотрим. На канистру потому что давайте. Я вот прям, знаете, вот все видео об этом думала, Ёша, успеем, заходите. Да, да, да. У-а-а. Вы одинаковые такие. Так, едем, Ульяна. Ну что, где? Вот, блин, она сзади. А, она далеко мы не едем, вы видите? Мы не едем. Да. Раньше да. мы а ехали. А я не могу встать, не знаю, как встать. Так, в том-то и дело, что раньше, я даже пересмотрела старое видео, одно из старых, мы ехали мимо и проезжали нее, да. мимо канистры. А-а-а. И вполне я возможно могли успеть ее захватить. Но теперь нет. Интересно, это специально сделали или это какая-то ошибка? Потому что я прям смотрела первые части вот этого вот бати, когда вышла только первая глава, даже мы не проходили в вот этот хардмод. Там уже была канистра. Так что даже не знаю, ребят. Даже не знаю. А что вы мусор убираете? Я это играть не буду. Вы что думаете? Нет. Ну чуть-чуть. Нет. Ну чуть-чуть. Нет. Попробуем. Ну как? Отстаньте. Смотри, такое все классно. Нет! Да отстаньте от меня! Он сейчас вот стаканчик возьмет. Да какой стаканчик возьмешь ты? Стаканчик возьмем. Ой, а я наверху возьму. Просто такое ощущение, вот вторая глава, вот согласитесь, она немного попроще первой, а после второй идти в хардмод, это вообще просто нафиг. Ужас какой-то. Вот оцените, да, насколько долго готовятся эти... Кто это? Лапша, это лапша. А мне уже плохо. Насколько долго ставится эта лапша.
Просто кошмар. Тут реально просто можно видео все построить на том, как ты только подготавливаешься. Да, да. И все, больше ничего не успеваешь сделать. Да. Нет, ну мы три раза попробовали пройти. До какого времени ты осталась жива? До 3 часов, да. А, ну хорошо. Да, еще поставлю. Может, покушаем? Лан, ну покушаем, конечно, если тебе надо, но без удовольствия, так сказать, покушаем. Как тебе так сказать? Помягче бы. Я тебе приготовил, я сейчас ем. Тебе дам. А, слушай, ты поешь. Ну, сейчас тебе дам поесть. Да! Съел. Вор, это мое, не ешь так, это. Нет, Ёша должен поесть. Подожди, ты съешь. Стойте, не ешь. Блин. А, это просто Ульяна решила, Ульяна, что... Ульяна, надо было поставить, ты съела раньше времени. Ну, ничего, ребят, мы все равно не будем это... А-а-а! Ты что, еще съела? Ульяна... Ну ладно, правильно. Тогда мы точно не будем это проходить. Эта лапша остается у меня в кармане. Я иду на 2-й этаж. Сейчас еще и потрачу весь генератор. В смысле? А я что готовлю? Просто так, что ли? Ну да. Все, мы не будем это проходить. Сейчас свет везде включу, чтобы батя уже разозлился. Да где? Во. Чтобы он уже такой нервничал. Что мы выключили свет, и я его включу. Такой красный. Но я думаю, что на этом будем заканчивать. Маму, к сожалению, спасти не удалось, но я надеюсь, что вам хотя бы понравилось видео. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Пока!